ставьте лайки. Что сегодня будет? Расскажи, пожалуйста. Да много чего. Развлекалки там. Кто там приехал, да, такой? А кто? Подскажешь? А угадайте. Напишите в комментариях, кто к нам приехал. Надеюсь, будет сегодня весело. Как тебя зовут? Лера. Лера? Тебе как, хорошо с мальчиками играть? Да. Ты можешь сейчас ввести вратаря и красиво забить? Да. Ой, хорошо. Ой, отлично. А ты забьешь все? Да. Давай. Вась. Ой. Ой, не здорово. Ой. Ну-ка, ну-ка. Вот этот человек хочет заснять, он еще не был. Я не ходил. Расскажи что-нибудь. Меня зовут Миша, мне 10 лет. Я занимаюсь в клубе LA Team. Тебе нравится? Да. А ну-ка, прочекай два раза. Ой, хорош. Иди с ударом, с ударом. С ударом, с ударом, с ударом, с ударом. Ай. Давай быстрее строимся. Приехали футболисты к нам в гости. Говорят, что отвозят детей. Не оставлю на детей. Я где-то раз ножку уберу. Я же за футболистов буду играть. Раз, 1-0 проигрываю. Сегодня, ребят, всем привет. К нам приехали в гости футболисты премьер-лиги. Федор Чау. Игорь Дивеев. Давайте похлопаем. Они так долго до нас. Часовая, легкая, повеселимся, успеете вы и пофотографироваться. Сейчас мы повесим штучку на точность, попадаем в девятку, кто у нас попадет. Я ставлю на детей. На вас я точно не ставлю. Мы точно вот. И потом сыграем, поделим команды. Все один раз сыграют. У нас команда очень слабая. Я, Федя, Игорь и Александр Сергеевич. Да, и команда детская будет. Ну не все, но там по командам. Давайте, пока мы повесим, Андрюш. В легком темпе два кружочка. В легком, Андрюха, а не как ты электричка едешь? Вам сказали в легком темпе, у вас уже пульс 200. Куда? Собирайте по мячу, мячи берите себе. Тихо, тихо, не порвите, куда вы? Так, ставлю вам ориентир. Что за дядьки, знаешь? Да, конечно. Кто? Роналду и Месси. Вот отсюда ставим мячи. Задание. Играем так. Вас достаточно много. У нас будет у каждого по два удара. Ваша задача все вместе попасть больше, чем мы по два удара. То есть на нас 6 ударов, у вас сколько? Ударов 2. В нижний угол 1 балл, верхний за 5. Договорились? Стартовать. Подскочили мы сразу. Да. А? Тёма, давай. Нет, такой не считай, Дём. Правда, Дём. Теперь я сапоги сними. Я-то точно не попаду. Что, мы отсюда? Я у нас по одному. Ладно. Один есть. Хороший ветер. Мастер. Ну что, 1-0. 1-0 мы ведем. Давай. По два удара. Зачем нам два? Мы уже выиграли. Зачем? Футбол игра простая. Вас много. Отдайте передачку, набирайте баллы. Давайте вторую серию. Поехали. Сейчас же будет лучше. Конечно. Давление. Давай, Леруша. Дивей, спасибо, что ты есть, брат. Ты такой лучший. Давай, Ник. Детишки, давайте. Попробуем. Просто два.
Оператор, закажи гол. Куда? Да, нижний. Не, нижний не хочу. Нижний. Тогда в этом. Ближний? Нижний, да. Сейчас мы вратарей еще протестируем наш. Страшно. Первый тур мы сыграли 1-1. Мой? Мой. Давай, готов, Ник, поехали. Леха, вон, тут мне вратарь. Блин, на игре было лучше. Потом мы Сашку протестируем. Васюша! Стой, что, не видишь? Мимо! Уже давление на вратаря дали? Давай, Вась! Мимо! Давай, Федюш! Смотри, осторожно, пожалуйста! Мимо! Дай бог здоровья! Мимо! Последнюю серию Сашки Казачко мы сыграем в футбол! Даром, конечно! Ой, кто-то держит! Давление больше! Давай, как в игре, как в игре. Ой, хорошо! Проекция мяча немножко. Ой, хорош! Это получается, мы проиграли сейчас, если я ой, хорош! Победа! Дети, 1-1. А, нет, первую мы тоже не забили ничего, да? Давайте, последняя давай. Серия Сашки и футбольчик. Последняя Сашки и футбольчик. Рёчек. Так, все, ребятки, все мячи собрали. Миша хотел привет маме передать с Ютуба и забыл. Я своей маме привет передаю. А как маму зовут? Юля. Юля? Да. Ура. Что еще расскажешь? Кому еще привет? Своим родителям. Кому? Как отца зовут? Вова. Вова? А старшего брата Саша зовут. Саша? Да. Передавай. Саша, Юля. Саша, Юля и Вова привет. Ты что загрустил? Не, все. Все хорошо? К нам в команду отправляется Лера и Катя. Давайте, давайте, выиграем. Привет, давайте, победим. Про прическу свою расскажи. Так, это папе знать не надо. Смотри, кто у нас в команде? Я, короче, вышел, мама мне это сделала, прическу. А я думал, ты в машине когда ехал, понял, окно открыл и вот так вот вышел. Ну да, я так делаю. А ты на Уэйна Руни похож. Дема, вы готовы? И разыгрывай, Катюх. Давай, до конца! Что-то вообще на ободах, походу до Казани не доедут. Где сыграем? У нас потихоньку уровень сопротивления добавляется. Поехали, нам надо пойти аккуратно. Здорово. Красный, где Мишка, Егор?
без ножниц, поехали. Суепа. Без ножниц ты проиграл. Мне кажется, прекрасный день провели. Вообще. Вы молодцы, да, наши? Мы там били за счет физики, только их взяли. Я не понимаю. 0-3, реанимация. Блин, а я даже если сзади встану, меня все равно не видно будет. Молодцы. Давай. Что-то я устал. Что я устал? Я спать, меня не беспокоит. Прям тяжко. Не, а так с удовольствием. Главное сидеть довольным с футболистом премьер-лиги, когда поиграешь. А то всю жизнь будут вспоминать. Мне очень понравилось. Вообще очень приятно, что приезжают такие знаменитые люди в целом. Вась, что смеешься там? Не сбивай меня с толку, первый раз на камеру говорю. Мне очень приятно, то, что вот такая традиция у нас появилась. Приглашать звезд таких, вот вообще прям шикарно. Даже эмоции самого переполняют с такими людьми поиграть. Вот. Есть к чему стремиться. Это в первую очередь, чтобы наши дети стремились так, чтобы их тоже звали на такие мастер-классы. Чтобы они другому поколению, своему будущему тоже показывали, какие они. Поэтому я надеюсь, у нас все получится. Самое главное – тренироваться с нашими суперпрофессиональными тренерами в команде LV Team. Как? Это распальцовка у вас какая-то. Вот так вот, да. LV Team. А вы что скажете? Огромное спасибо ребятам, то, что выбрали время, да, там, приехали к нам в гости. Мы давно ждем, но вот у ребят заканчивали и сезон премьер-лиги, потом играли долго в Кубке России, стали чемпионами, победители Кубка России. Сегодня, конечно, не дотянули до уровня наших ребят, они их обыграли. Вот, так что Федору, Игорю есть над чем работать и к чему стремиться. Всем удачи, спасибо большое, то, что смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы вам всегда рады. Спасибо огромное. Так, ну что, ребят, как впечатление? Ой, на самом деле очень понравилось. Спасибо, что приехали такие замечательные футболисты. Прям получили определенный опыт. Старые прям удары поставлены? Конечно. Два раза. Нет, на самом деле реально понравилось очень. Когда мы узнали, я даже не поверил сначала, что они сюда приедут. Классное мероприятие, очень позитивно прошло. Ребята довольно счастливы увидеть своих кумиров, побыть с ним вместе на поле, поиграть. Это дорого стоит. Все счастливы. Это поможет ребятам обрести уверенность в себе, да, то, что вот этот уровень, к которому они стремятся, вот он здесь, рядом, и нет ничего невозможного, все в их руках. Зрителям хочу сказать большое спасибо за то, что смотрите нас. Нам это очень важно. Наша популярность растет, и результаты тоже вместе с ней стремительно поднимаются. В этом сезоне мы топ-1. Все отлично, дети были довольны, мы самое мокрые, главное, чтобы да, они были довольны. Да. Ну и пользуясь случаем, пацанам привет из песка и из Дэвилса. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, то что рыба лох. Не, ну такой не надо. Жалко, что Симонова нет. Сейчас анекдоты рассказывал. Про Чебурашку. А у тебя кто расписался? А? Чалов. Чалов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.